Сразу два мобильных приложения – «Мой газ» и «Пэй газ» – доступны для клиентов «Газпром Межрегион Газ Самара». С их помощью можно передавать показания счетчика и оплачивать услуги. Сейчас в этих сервисах зарегистрированы почти 400 тысяч абонентов компании. Один из них, житель Самары Александр Ярыш, уже год пользуется этой возможностью, чтобы оплачивать газ. Говорит, что это экономит очень много времени. Раньше, как и все, я оплачивал через кассу, приходил, то есть мне приходилось отпрашиваться с работы иногда, то есть еще сейчас это намного проще и удобнее. Теперь для клиентов компании доступен и удобный сайт samararegiongaz.ru. На нем можно без регистрации, не боясь забыть пароль от учетной записи, также передавать показания счетчика и экономично оплачивать квитанции без комиссии, которая появляется, если платить через кредитные организации. Что касается работы на интернет-сайте, то действительно это можно сделать без регистрации. Как передать показания, указав номер лицевого счета и сообщив показания счетчика, так и оплатить за потребляемый газ можно также на сайте без какой-либо регистрации, без каких-либо сложностей и просто с своей, так сказать, банковской карточкой. Для тех, кто не так активно пользуется интернетом, по-прежнему доступны и другие способы передачи показаний и оплаты услуг. Для клиентов открыты 39 абонентских пунктов, которые работают во всех муниципальных образованиях области. Работает и единый телефон службы, где можно решить вопросы в индивидуальном порядке. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.